Дим, до этого разговаривали с Ахмадом, да? И он говорит, что это проект такой чисто энтузиастный проект, да? Или не совсем это так? Вот та музыка, которую вы играете, это что для вас? Да, это чисто воды проект, который основан на добром отношении друг к другу, отношении к музыке и, в общем, скажем так, я встретил Ахмада, случайно познакомился, услышал его музыку, и я понял, что нужно делать именно проект с его музыкой, с его киномузыкой. Может быть, сейчас мы хотим сделать еще один параллельный проект. Есть такие грандиозные планы, чтобы сыграть его киномузыку. Но там нам нужен большой состав, там чуть ли не оркестр нам нужен. Потому что Ахмад Бакаев уникальный композитор, в общем, и признанный кинорежиссерами, и, в общем, но не признанные в тусовке, его никто не знает здесь практически. Музыканское имеется? Музыканское никто не знает, да. Мы репетировали с Джавадом Заде и с Ахмадом, меня Джавад познакомил с Ахмадом. Mm-hmm. Они старые друзья. И вот как-то так случилось, что мы отпочковались и собрали группу из ближних людей, которые вот есть рядом, из ближнего круга. А ближний круг это кто? Это Вартан Бабаян, это Дмитрий Сланский, это те люди, с которыми я и работал или работаю в данный момент. Угу. Поэтому я девушка, которая далеко не ходит. А этот проект, почему вот именно такая музыка звучит? Откуда она взялась? Музыка вся написана Ахмадом. Это я понимаю, но откуда она взялась? Я все время у него это спрашиваю, откуда. Потому что я вынужден вести концерт, вынужден рассказывать о той музыке, которую не я написал. Но Ахмад, он отказывается, говорит, расшифровывается. Я ему первый вопрос задал, вернее, позволил себе пошутить. Сейчас повторю эту шутку. Название «Кош-Бакош», та музыка, что вы играете, к ней необходимо, например, одеться в конголезскую одежду национальную и взять себе гербом кенгуру. То есть это такой. Вы знаете, просто огромный мир. Я еще раз повторю, что проект, который был с Игорем Джавадом Заде, которому очень признательна за то, что вообще он дал толчок. И он назывался «Фарси». Да, я читал об этом. Да, «Фарси». И потом, когда получилось, что мы с Ахмадом остались вдвоем, мы долго думали, как мы должны были выступить здесь под названием «Фарси», кстати. В рамках «Фарси» вы играли ту же музыку, в том же направлении? Мы пытались играть музыку Ахмада, но там была много барабанной редакции со стороны Игоря. А вот то, что в данный момент, то, что мы сейчас играем, это полностью та музыка, которую Ахмад аранжирует сам лично. Но мы вместе это делаем, я просто выступаю в роли, можно сказать, музыкального продюсера. Просто как бы я сижу и отслушиваю то, что он играет, и даю просто какие-то советы. Это не более чем советы. Даже слово «продюсер» не подходит. Это просто мы проводим время, и просто я говорю, что так лучше. Он соглашается или не соглашается. Вот так, в общем, у него музыка уже, которую он играет, она целостная. Я знаете, о чем говорил? Что человек, который знает несколько тот мир, услышав название «Кош-Бакош», он посчитает, что там не такая музыка должна звучать. Вот о чем речь. Речь об этом. Кстати, вы знаете, почему еще я настоял на этом названии? Потому что сейчас все, посмотрите, все группы англоязычные имеют название, джазовые, бэнд, там такой-то бэнд, такой-то там «And Friends», там, все английский язык. И, в общем, вот, таджикское название, это у меня было... Так, знаете, ответ Чемберлену, да, потому что я просто, если внимательно читали книгу Фрэнка Заппы, то там об этом написано. Я невнимательно читал, видимо. Там об этом написано. Ну, сделать вообще наоборот. Просто все говорят, вот таджики. Вот есть разные же люди. Есть такие, как Ахмад Бакаев, а есть люди вот в оранжевых жилетах. Да, какая разница, да. Вот это было, может быть, даже эпатажное название. Понимаете, эпатажное. Это название никаким образом, может быть, и не связано. Не, оно связано с музыкой, которая звучит в фильме «Кош-Бакош». Понимаете? Название «Кош-Бакош». Да, это один из моих любимых фильмов. Да. Фильмов, я считаю, что это вообще выдающийся фильм просто-напросто. И я с вами согласен. Причем он о том времени, о котором практически никто не знает. Да. К сожалению, это было жуткое время там. Но
Я немножко о другом. Вы играете именно, у вас подача такая. На саундчеке, кстати, звучала вообще кельтская такая, такой вариант Jet Rattle, да? Да. В концерте я слышал и другую музыку, и такую музыку чисто в американской традиции, да? В американской традиции именно с точки зрения ритм-секции, вот эта американская четкость, точность, да, и пачка вот эта вот, которая звучит, то, чего европейцы, кстати, практически не делают. И название «Кош-бакош», вот о чем речь. Ну, это контраст, этот контраст, он должен работать, мне кажется. И написать тогда на «Кош-бакош», может быть, латыни? Более того, знаете, я делал рекламы, лицо такое, басмач с ружьем, написано «Кош-бакош». Я просто уже хотел уже до конца это эпатировать. Потому что, ну, конечно, выряжаться басмачей мы не собираемся. Ну, это понятно. Это понятно. Скажите, а у этого энтузиазма есть вектор? То есть, ну, грубо вектор говоря, есть. В какую сторону вы развиваетесь? Вектор, знаете, в первую очередь, мы просто представляем собой тех музыкантов, которые мы зарабатываем музыкой и работаем в тех проектах, в которых... Ну, мы просто, ну, получаем основной свой доход. И этот вектор, который именно в группе «Кош-бакош», это вектор саморазвития. Мы хотим развиваться дальше, как музыканты. Потому что, вы понимаете, когда вы аккомпанируете, ну, часто, предположим, одно и то же, например, или в одном и том же стиле, ну, это может быть тоже, ну, хорошо и правильно, но музыкант должен играть и развиваться, и становиться ежедневно лучше, и стремиться к этому. И, в общем, проект этот призван именно в первую очередь к нам как музыкантам, чтобы мы становились, ну, лучше как музыканты. Просто вы же понимаете, лучше меня, я думаю, понимаете, что когда звучит слово энтузиазм, это значит, что нету коммерческой основы. Пока нет. И я думаю, что мало у кого она есть. Потому что мы же не можем сейчас собрать там ту же Yotu Space, например, мы не соберем. Здесь вот сегодня пришло сколько людей, я удивился. Просто я обзвонил всю телефонную книжку, но люди пришли. Даже из Звенигорода 8 человек приехали. Один не пришел, который вам звонил во время концерта. Сергей Воронов. Да. И все-таки, я же правильно понимаю, Дим, что вы говорите о том, что мы работаем в разных проектах, вы еще так сказали, что... Когда приходится играть одно и то же постоянно, ну понятно, что зарабатывание денег сопряжено с тем, что вы играете у кого-то аккомпаниатором, грубо говоря. Естественно. Да? А это, о чем мы говорим, о сегодняшней музыке, это энтузиазм. То есть, это, ну, энтузиазм, который понимаете, он призван для чего? Он призван, чтобы, во-первых, ну вот, он как бы такая, можно сказать, эгоистическая позиция, может быть, наша. Просто мы именно в этом проекте учимся играть по-другому, понимаете? Играть более выразительно, играть и более... Не просто это какой-то технократический проект, да, это же музыкальный проект. Потому что сама музыка Ахмада Бакаева, она настоящая, я не пугаюсь. Я понимаю, но... И исполняя эту музыку, мы можем или мы должны становиться ежедневно. Мы, кстати, много репетируем, как ни в одном другом проекте, много репетиций. Я понимаю, ну, простите меня за то, что я буду двигаться в сторону практической, потому что, мне кажется, это большой провал, в том числе у нас. Вот все проекты, которые приходят оттуда, да, которые здесь потом поп-звезды старательно копируют, они все сделанные, да, они сделанные коммерчески. У нас, даже в серьезной музыке, там все сделано, Маркус Миллер, я не знаю, кого не возьмите, все сделано, да, это такой цельный шар. Цельный проект со всех точек зрения. А мне кажется, что вот я же понимаю, что, наверное, я понимаю, что вы хотите сделать свой коммерческий. Было бы очень хорошо сделать собственный коммерческий проект. Вы знаете, но смотрите вы на это как на цельную вещь. Вы знаете, я просто не в первый раз занимаюсь проектами, которые начинались с нуля, и не впервые начинаю вообще вот с самого начального уровня. И все проекты, которые, вот, ну, на моей памяти их 3 или 4, которые, ну, я не буду говорить, что я там, ну, я принимал участие непосредственно в том, чтобы добиться, чтобы проект жил именно и коммерческой точки зрения. У меня был один проект, который мы исполняли музыку heavy metal и играли уже в Европе, и разогревали таких людей, как Элис Купер, на всякий случай.
Я знаю, я играл с Назари, там Джема, конечно, не играл с ними как-то. А здесь в Би-2 я был на концерте, не вы на разогреве были? Нет, несколько там лет, нет, наверное. Не, мы играли на разогреве Элиса Купера, мы работали в Болгарии на Калиакра Рокфесте 2010 год. Я помню свои впечатления. Потом мы разогревали группу Manowar. Угу. Мы работали с Twisted Sisters. Мы работали на фестивале Magic Circle Festival. Слушайте, ну так же начинается большой путь у музыкантов очень часто. Ну, к сожалению, сейчас этот проект, он сейчас существует, но он уже существует как, ну, без продюсирования. Он в тот момент он был продюсирован. Этот проект был известным продюсером. Аванесса Мелипаша, кстати, небезызвестна. Тем самым, да? Тем самым, и машину, да. И так далее, да? Да, да, и черный кофе. И мы были его группой, да. Потом так произошло в 2008 году, что все прекратилось. Хотя мы записали альбом, и альбом был сведен на финвоксе, на всякий случай. Я его сейчас ставлю, я могу вам поставить этот трекер. Никто не верит, что это русская группа. Сейчас эта группа существует, но она в рамках здесь в России, они играют по фестивалям, но уже без меня. Потому что, ну, немножко разошлись у нас пути. Потому что мне больше стала интересна другая музыка, и я перестал, видимо, как соответствовать этому хэви-металлическому уровню. Ну, не знаю, там свои есть тонкости. Потому что я уже, видимо, не так уже стал играть, как надо. А вспомните, с чего это вдруг началось? А началось с того, что мы также собрались, также, опять же, ближний круг. Собрались и начали делать просто музыку. Нет, я имею в виду, с чего началось у вас отход от металлической темы? Ну, все-таки это не моя музыка, понимаете, я максимум я вырос на классическом роке, но heavy metal никогда не было, эта музыка никогда не была моей музыкой. Что мне было интересно, как играется все это, ну не более того. Потом я где-то подспудно понимал, что я не совсем соответствую этому, потому что я же посмотрел, как это все происходит, как это надо. И просто у меня слишком фанковая подача, слишком такая, знаете, она в музыке heavy metal нужно очень точно, нужно как играть очень точно, как машина. Mm-hmm. Ну, в смысле, вообще нота к ноте. Там, нарезать, импровизации нужно. Ноль. Ну да, импровизация. Нет, там есть такие люди, которые умеют импровизировать, но в этой музыке. Но там очень выверенность партии и абсолютная точность исполнения. Абсолютная точность. Ритмическая. Нет ритмической, ну как сказать, ну нет той свободы, вот как вот в музыке фанк, соул или это там фьюжн. Ну это как бы не оправдывает мои технические недостатки. Понятно. Ну скажите, что дальше, Дим, потому что. Что дальше? Мы планируем выступать. Я сейчас. И вы знаете, каким-то магическим образом сейчас организуются концерты, причем они как-то начали организовываться вне меня. Ну, смотри, мне звонят уже. Мне позвонили из Бусторга, мы послезавтра играем мастер-класс. Якобы мой, но мы просто выступим в рамках мастер-класса с этой группой, с клубом «Кош Бакош». В Бусторге на набережной Краснохолмской сыграем часовой концерт в трио. Потом 2 числа в Веритасе неожиданно предложили сыграть. И вот это так и происходит. Ну и дай бог, чтобы происходило дальше. Знаете, это когда внутреннее намерение совпало с внешним. Даст Бог, что так происходило. Спасибо. Пожалуйста.